ты сказал, да, выжигай. Я сейчас задам тебе философский вопрос. Ты просто вот его так оцени и ответь, пожалуйста. Я просто помню, что когда Юля сообщила тебе, да, что она беременна, ты же ушел с проекта и, ну, закончил ваши отношения. Вот потом ты вернулся, и жизнь вообще сложилась так, как она сложилась. Вот нет такого ощущения, что тебе тогда не надо было возвращаться? Нет.